Я работаю по 4 минуты в день. Правда, у меня не бывает выходных. Если все идет хорошо, я справляюсь за пару секунд. А когда заканчиваю, играю на скрипке. В конце концов, каждому нужен перерыв. Я мрачный жнец. Сегодня я должен забрать душу девушки по имени Вера Бойкова. Я не так много могу рассказать о ее прошлом. Сирота с рождения, брошенный ребенок, вечно одна. Так она и жила все свои 20 лет. Такая молодая. Но сегодня я положу всему конец своими руками. Довольно сложно убить ее, когда она смотрит на меня. Странно. Она ведь не должна видеть меня. И так прошло 4 минуты. День закончился провалом. Редкость, но такое случается. Ничего страшного. Завтра этого не повторится. Сделаю дело, и все. Она опять смотрит на меня. Ты смерть? Ты можешь видеть меня? Хуже не то. Я вчера в квартире почувствовала, что-то не надо. Ну, решила проверить, так ли оно. Вот. Я пью. Ты всегда пьешь яд, когда тебе что-то чудится. Сегодня впервые. Я думала, я призрак с косой увижу, который будет летать над землей. Я мрачный жнец. Вера Бойкова. Я пришел за тобой.
Однако сегодня я уйду. Как хочешь. Яд что-то выпила. Будет обидно, если ты умрешь просто так. Ну, очевидно же. Очевидно, что у меня есть ничего. Ну, понятно. Ну что ж. Я вернусь завтра. Ты вернешься? Почему я ушел? У меня же еще было 30 секунд. Еще раз. Так и растерять всю самооценку недолго. Даже скрипка уже не радует. Завтра я сделаю это. Завтра. Мрачный жнец. Ты опять выпил яд, чтобы меня увидеть? Забавно. Но нет. Кажется, теперь я тебя вижу просто так. Интересно. А почему ты не попробовала сбежать? А есть смысл? Да, никакого. Мы все равно находим беглецов. Где бы они ни были. Понятно. Я могу задать тебе один вопрос? Только один. Ты приходишь все время на 3-4 минуты и уходишь. Следовательно, если я продержусь это время, у меня будет шанс продлить себе жизнь? Смерть каждого предрешена еще с рождения. Ну да. Но чисто технически, да. Ты права. Однако... твой час уже пришел. Хорошо. Пошли.
Ты не бойся, это не больно. Я просто возьму тебя за руку. Ну, спасибо. Успокоил. Приступим к делу. Не сегодня. Ты какой-то грустный сегодня. Что это? Ты что, играешь? За столько лет ты выучил всего одну мелодию. А ты можешь мне сыграть, пожалуйста? Я, пожалуй, откажусь. Я просто хотела чай со сладостями сегодня попить. Ты хочешь? Земная пища. Это не для меня. Хотя, с другой стороны, какая уже разница, да? Отлично. А почему ты не боишься? Чего? Смерти. Боюсь. Очень боюсь. Ну а что я могу сделать? Поэтому я и наслаждаюсь, и живу тем моментом, который я имею. Но это ведь скоро закончится. Ну вот поэтому я и ценю то время, которое мне осталось. Вот. Сегодня в парке погуляла. Я пока чайник поставлю. Я такая бестактная. Все, болтаю. Расскажи хоть ты что-нибудь себе. Я мрачный жнец. Забираю души людей, когда приходит их время. Люблю играть на скрипке. Собственно, все. Ну, это уже хоть что-то. Слушай, а ты завтра во сколько будешь? Просто хочется уйти красивый, как-никак. Я завтра не приду. Ну, тогда послезавтра. И послезавтра тоже не приду. Я вообще больше не приду. Я тебя не понимаю. Один раз упустить человека — это не страшно. Но два раза. Вышестоящие узнали об этом и решили, что я больше не гожусь для этой работы. Получается, это не мой последний день тоже. А если ты сейчас заберешь мою душу, что-нибудь изменится? Может быть. Но я не хочу. Я пойду, пожалуй. Вера, эти несколько дней
Скажу так. Они были самыми интересными, что я помню. Я ни о чем не жалею. Спасибо тебе. Я столько еще не видела. И кажется, уже и не увижу. Но меня это не печалит. Я счастлива. Я счастлива, что я смогла тебя увидеть. Пусть недолго. Завтра придет другой жнец. А что по времени? Где-то в 14:00. Прощай, Вера. Прощай, мрачный жнец.